Всем доброго времени суток. Июль, жара. Голавлик клюет с утреца и вечером. Возможно, клюет и днем, но в такую жару проверять неохота. После безумной весны и начала лета, постоянными скачками уровня воды, наконец-то уровень устаканился и пришел в норму. И мозги у головля стали на место. И он стал клевать, как и раньше. То есть, если голавль есть на перекате, то берет сразу. И его не нужно уговаривать. Конечно, если воблер пришелся ему по вкусу. Ух ты, блядь. Попалось тут. Шнурок. Ловастик. Чабик своего головля отработал, и поклевок на него больше не было. Поменял точку, ставлю ФОП-32. Тихо. Снова поменял точку. Снова ставлю чабика. Чабик сразу кому-то понравился тоже. Тихо, мордатый. Мордатый. О, хоть покрупнее что-то пошло, ребята. Уже приятно посмотреть даже, да? Хороший. Полкилошка. Да? Чабик понравился тебе. Вот сытся, видите, молок. Офигеть можно. Середина июля. Нифига там.
какой красавчик. Снова меняю точку ловли. Если вы обратили внимание, то могли заметить, что на каждой новой точке голова клюет на первом забросе с подхода или на первом забросе после смены воблера. Все-таки не все воблера ему по душе. А сейчас ФОП 32. Он явно нравится местным лобастым. Есть. Так вышел плавник. Я поднимать. Такой нормальный грамм 350. Блин, ну что ж ты, комар так, собака, присосался прям не вовремя. Фопик понравился, да? Понятное дело. Конечно, грех жаловаться. Голубик вроде неплохо клюет для середины июля. Но то, что с каждой точки можно взять только одного голубя, немного расстраивает. Один голубь с точки и все. И что бы я ни делал, больше никакого намека на присутствие других лобастых. Вот и на этом месте будет только один голубь. А в прошлом сезоне с этого места можно было взять 2-3 головля с подхода. В этот раз отличился. Кренки 40. Есть. Вот тут уж надел хорошенько так. Не поднимается даже. Ничего себе. Что такое там? Лавастик. Вот так кранки 40 отличился. А тихо, тихо ты. Какой настырный, а? Хорошенький. Опа. Ой, за глаз-то как плохо-то. Тихо ты, тихо. Тихо, тихо, тихо. Вот. Энди. Все нормально. Вот такой красавчик. 400, 500. Солнышко поднялось уже достаточно высоко и начало поджаривать. Пора валить домой. Но я успел поймать еще одну неведомую рыбешку. Кто знает, что за зверь, пишите. На этом все. Всем ни хвоста, ни чешуи. На ваших водоемах.